очень важная стратегическая победа сегодня. Значит, мы держали. Я благодарен ребятам в первую очередь за отношение к этой игре, за то старание выполнять установку и план, который был на сегодняшнюю игру, поскольку серьезно готовились, анализировали очень много игру команды «Зимбру», мы постарались сегодня сыграть их оружием. То есть их сильные качества мы постарались использовать. И мы сегодня имели достаточно много моментов. И я думаю, что мы заслужили эту победу. Я недоволен, не могу сказать, что я доволен игрой. Я доволен результатом, поскольку во втором тайме особенно мы должны все-таки уметь контролировать мяч, больше контролировать мяч. Есть вот это давление, важность результата, и поэтому немножко не хватает уверенности в контроле. Мне хотелось бы просто, чтобы команда еще лучше контролировала мяч и контролировала и игру тоже. И, во-первых, я с самого первого дня, когда я говорил про свою команду, я акцентировал внимание на то, что я очень хотел, чтобы ребята у меня были дисциплинированы именно в оборонительной фазе. То есть «Зимбру» чем выделялась до сих пор, я всегда своим ребятам говорил после каждого матча игры «Зимбру» в Еврокубках, я всегда акцентировал внимание именно на их игру, на организованную, дисциплинированную игру в обороне. Мы старались сегодня этим же оружием то есть взять, и я думаю, что мы в этом преуспели. В обороне мы преуспели, мы не дали ни одного шанса сегодня.